Еще месяц назад учащиеся Юльевского учебно-воспитательного комплекса не могли нормально заниматься физкультурой. Если спортинвентарь для детей педагоги находили, то с помещением для уроков проблема не решалась несколько лет. Они занимались в мастерской, занимались на улице, у них не было условий. У нас 4 года не было спортзала, он не функционировал, он был на ремонте. Родители учеников вспоминают, состояние помещения было действительно плачевным. Стелі, считайте, не було. Розвалено, щілини випали, стіни в ужасному состоянии, підлоги як такої взагалі теж не було. Решить проблему удалось благодаря участию в конкурсу социальных проектов «Мы – это город» в 2015 году. На реконструкцию спортзала в Юльевке получили грант на 27 тысяч гривен. Часть средств предоставил Новоалександровский сельсовет. Ремонт школьники и их родители делали сами. Сегодня торжественное открытие спортзала. Свое мастерство показывают воспитанники секции гиревого спорта. Среди гостей на открытии чемпионка мира по гиревому спорту Любовь Черепаха. Мне очень приятно, что меня пригласили на открытие вот этого маленького спортивного зала. Пускай он будет сегодня у вас маленьким. Но именно отсюда начнутся ваши первые шаги в спорт. Учащиеся комплекса отметили, теперь для занятий физкультурой и спортом появились все условия. Мы занимались в классе трудового навчания. Это было неудобно? Ну, конечно, неудобно. Много людей. Теперь, конечно, лучше будет. Много места, оборудование сюда поставить. Организаторы конкурса «Мы – это город» уверены. Реализация этого проекта в очередной раз показала. Решать любые проблемы реально. Нужно лишь объединить усилия. Несмотря на кризис, объединившись, небезразличные люди, социально ответственные предприятия могут делать просто добрые дела, которые улучшают жизнь наших жителей Запорожского края, делают ее немножко лучше, немножко качественнее. Анатолий Журавлев, Руслан Шевченко, ТВ5.